Добро пожаловать в новый урок. Меня зовут Александр Владимиров, школа Logic Pro Help. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и смотрите полезные видеоуроки. Сейчас мы разберем такую штуку, как Reverse Bass. Давайте прослушаем небольшую заготовочку. Вот здесь вы могли обратить внимание, что есть такой эффект. Как он делается? Здесь все элементарно просто, но на всякий случай поясню. У нас есть какая-то мелодия, например, нашего баса. В данном случае она выглядит вот так вот. Давайте ее откроем. Здесь ничего сверхсложного нету, такие простецкие ноты. Они могут быть абсолютно любые, там, в зависимости от вашего жанра, потому что использоваться этот прием может и в слэп-хаусе, и вообще, в принципе, в любом другом стиле. И у нас есть вот здесь вот в конце нота. Вот это вот, которую мы хотим как-то немного реверсировать, например, что-то с ней сделать. И что мы делаем? Мы просто берем эту ноту, ну то есть мы можем как сделать, да, выделить конкретно вот этот вот небольшой участок и перевести его в аудио. Просто экспортировать в аудио. И затем этот небольшой аудио кусочек мы добавляем на новую дорожку, ну в данном случае она называется у нас Bass Reverse. Мы делаем реверс, то есть нажимаем, да, на эту кнопку. Вот так он у нас звучит, так он в реверсе. И здесь еще очень желательно сделать вот здесь вот через Fade Tool непосредственно вот этот самый Fade. Ну, потому что если мы так сделаем, ну, это может быть не очень прикольно, а если так, то есть оно более так как бы въезжает словно. Отсюда мы эту ноту убираем, ну, в данном случае я просто замьютил конкретную часть этого миди-клипа, мне так было удобней. И давайте послушаем вот как без этого реверса. Пустота с ним. Прикольней. Также, что еще можно сделать? Реверс можно делать вообще чего угодно. То есть, например, мы можем сделать реверс бочки. Вот реально. Мы можем взять и просто скопировать, например, вот этот кик дальше. Вот здесь вот, и взять и сделать его реверс, чтобы он у нас шел в обратную сторону. Например, давайте послушаем, что из этого получится. Давайте засолируем только ударные, остальные звуки нам не нужны. С одной стороны, прикольно, но немного щелкает, да, то есть есть какой-то неприятный щелчок. Естественно, потому что у нас он стоит неровно. Обратите внимание, что здесь сэмпл у нас другой длины, и он как бы должен подходить вот идеально ровно сюда. Доступ ко всем курсам школы Logic Pro Help всего за 990 рублей в месяц. Да, это реально. На нашем Boosty вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по Logic Pro и о работе со звуком, а самое главное – получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных. Для тех, кто не знает, Boosty – это сервис ежемесячной подписки, благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета. Просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц. Сейчас я покажу, как оформить подписку. Выбираем интересующий нас пакет, нажимаем кнопку «Купить», попадаем на нашу страницу Boosty и там нажимаем «Подписаться». Далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть, после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем «Купить». После этого вводим данные карты и готово. Можно переходить к обучению в ту же минуту. И помните, что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться. Получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене. О, теперь никакого щелчка, шлепка и прочих таких вещей у нас нету. Еще раз. И согласитесь, это тоже прикольно. То есть у нас создается такой реверс. Кроме того, мы можем делать реверс клэпов, например. То есть мы имеем клэпы. И можем взять какой-то другой клэп. Ну, например, я беру свою отборную там библиотеку. И здесь у меня, ну, есть, естественно, клэпы. Я беру какой-то из них. У меня уже, если честно, сразу есть заготовленный сэмпл. Ну, давайте попробуем все-таки взять какой-то клэп.
Ну, например, вот такой вот. Мы добавляем его на аудиодорожку. Просто добавляем, можно, да, горячими клавишами, кому как удобней. И затем мы делаем его реверс. Сейчас мы разберем, как мы именно будем его ставить. Мы нажимаем также реверс. И подставляем под четвертый удар клэпа. Скорее всего, это подойдет именно под четвертый удар клэпа, потому что ставить чаще, ну, например, на каждый второй удар клэпа, вот сюда, это будет уже перебор. Это будет неприкольно, это будет так себе. Ставим, чтобы все было тут идеально ровно, прям вот безупречно. И давайте послушаем. Конечно, надо сделать его, скорее всего, потише. И еще разок. Прикольно. Но точно так же мне не очень нравится, что какой-то он... Ну, то есть начинается он слишком как-то быстро. То есть я бы хотел его чуть-чуть, наверное, подукоротить, во-первых. То есть вот так вот, да, сделать. И также сделать фейд. Да, так оно почище. То есть он до этого начинался очень рано, а так более приятно. В принципе, вот так вот это работает. Можно там еще подредактировать, как больше нравится. Но идея именно такая. Эти реверсы — это очень прикольная штука. Можно работать с вокалом в таком ключе, с любыми абсолютно звуками. Идея в том, что у вас получается более такой кочевый, более прикольный, классный трек, если мы говорим про электронную музыку, ну и не только. На этом все. С вами был Александр Владимиров, школа Logic Pro Help. Пока.